Сегодня будет у нас магнат симулятор биткоин ВК коин. Посмотрим комменты. На одну звезду. На две. Все понятно. Посмотрим, что в игре у нас. Игра бесплатная. Работает! Почему я так радуюсь? Давайте копить деньги. Делать деньги вот так. Пальцем щелкать деньги. Шестьдесят восемь монет копим. Кнопочки маленькие, но терпина. Ну, терпина. Что вообще сказал? Давайте ждать, пока накопим. Конечно, медленнее добывается, но... Секунду, 44 монеты. Будем фармить 900 монеток. Эх, это будет долгая сессия в этой игре. Не знаю, блин, игра нормальная. Почему они гонят на... Да, разработчик может быть неопытный, но, блин. Зачем катить бочку на того, у кого нормальные игры? У кого, давайте, вообще полная Г, на того не гонят. Как, допустим, на Gunster Vegas, который меня забанили, когда я задонатил около 100 рублей, там, где-то столько. Ну, короче, на VIP донатил тогда. И, блин, меня забанили, типа... Вообще, типа, нет вопросов, да? Вообще офигенная справедливость. Не думайте, я не защищаю разработчиков, но, блин... Улучшение нифига не улучшает, по-моему. Вместо улучшения, мне кажется, написано ухудшение. А может быть, такой лошадник собирается? Я вот столько тысяч коплю, 210 тысяч.
Игру я могу характеризовать как... Ну, как время убиватель на... минут 40. Больше вы здесь не увидите. И всем пока.